Юрий Павлович Тёмин после игры, собственно, говорил, что с некоторыми игроками проведет, наверное, приватные беседы, объяснит, кто как неправильно действовал. Вот по отношению к тебе были какие-то вопросы? Ну, пока не было, но я думаю, что в любом случае что-то будет сказано. Потому что по первому тайму, я думаю, будет очень много вопросов ко всем. Но стараются, я думаю, тренера на этом акцент не делать, чтобы психологически команды не забивать. Вот я думаю, и многие так футболисты там поступают, там делают выводы определенные, где как он плохо сыграл, делают работу над ошибками и стараются идти дальше. В принципе, и мы это делаем всегда. По следующему сопернику уже что-то тренерский штаб говорил, есть какие-то определенные задачи, установки, к чему команда планомерно готовится, либо же пока тренируемся, а уже накануне будет все известно? Нет, ну есть определенные наработки, но пока конкретики не было, будет теоретическое занятие, на которое будет все сказано и будет разбор игры определенный.